никому не нужный блог. Короче, пешка стопом пришел в Москва-Сити и по Ленинградке сейчас прям до Кремля, а там поглядим. Москва-Сити, привет! Что-то с ним не так. Городская среда столичного уровня. Вот они бы еще пошире чуть-чуть дорогу сделали, было бы совсем хорошо. Самолет! Гражданочка, я вас попросил бы тырить в телефон, запрещено. Что-то тут сломалось. Пробуем велобайк от ВТБ. На самом деле, что, у нас тоже такие же велики есть, просто в Питере-то свой есть, а тут можно на таком проехать. У-ху! Вот это невидаль, конечно, столичная вообще. Надо сказать, что очень хорошо ездится на велосипедах, если не считать подземных переходов. Тут вот новенькие сидят, сейчас работают, потелятся. Смотрите, это же самый лучший барабанщик в мире идет нам навстречу. Привет! Привет! Никому не нужны! Чебуреки. 95. Вот они, это же элитный золотой состав культового в будущем проекта. Пуки. The Pookie Project. Просто невероятное название. Почему он, ну, потому что я сказала, мы будем называться Пуки. И мы называемся Пуки. Все. Понял? Я понимаю, что ты говоришь. Она работает там, типа, с конца сезона. Ты про что такое рассказываешь, интересно? Расчебуречную на улице Ярославской, дом 9. Mm. Это мы сейчас здесь находимся. Нет, это мы сейчас не здесь. Сойдет? Нет. Я недавно рассказала историю о том, что я в детстве я писала письма Деду Морозу и их клала в морозилку, потому что я думала, что так они попадут. Вот. И недавно рассказала эту историю человеку, и он расплакался. И я такая, о, боже мой. Прокомментируйте ситуацию. Самое милое видео, которое есть в жизни. Нет, нельзя. Пришли ссылку нельзя, в чате. Нет. Да котику чистят зубки. Маленькой кошачьей щечкой. Мы сейчас придумываем, да, вот эти вот биты, там крадем еще. Ну, не крадем, а... Ну, я только краду, я вообще своим творчеством... Воруй как художник, есть книга такая, очень интересная, кстати. Я накладываю свою лапу вообще на все. Значит, ну, в смысле, музыкальная. Короче, когда в магазинах конфеты крадут. Так, мы крадем биты. Короче, а сколько их там нужно? Пятерочка там. Ну, слушай, нам бы нужно альбомчик записать. Ну, я имею в виду, а сколько там примерно это все, я же просто не знаю. Короче, у нас есть проект, который, у которого рабочее название называется Пуки. И это Роман, наш барабанщик. Это Ульяна, наша неповторимая виолончель. Вы посмотрите, какие желтенькие, какие хорошенькие, какие классненькие цыплята. Ай, и собачка, смотри, а? Я люблю этих ребят. Это самое главное. Тут кат. Мы будем играть drum and bass, jungle,
что-то между всем этим симфоническим оркестром. Drum and Bass будет жить вечно в моем сердце. Ну вы поняли, короче.